Всем привет. Смотрите, какая у нас красотка Мэри. Такая вся Lady in Red, да? Красная машина Suzuki Vitara. Как обычно, давайте подойдем, посмотрим, что за комплектация, сколько стоит, и потом продолжим. Итак, это у нас Suzuki Vitara. Комплектация GL. А всего у нас получается, давайте посмотрим, есть еще GL Plus и есть еще GLX. То есть это у нас самая-самая база. Смотрим. GL, двигатель 1.6, 118 лошадок и привод передний. Автомат, цвет красный, расход топлива в городе 7,5, за городом 5,1, комбинированный 6,0. Дорожный просвет 185 мм. И здесь стоят декоративные накладки порогов дверей, газовые упоры капота, тканевые коврики салона 4 штуки. В итоге машина стоит 1 миллион 609 тысяч рублей. Красный такой цвет. Ну, в общем, прикольная машина. Линзованный цвет, туманки. Тут на свете заглушки стоят. А там, например, вот, во-первых, здесь светодиоды, и тут еще, видите, у нас такие хромированные эти, скажем, усы или клыки, как хотите, а тут просто черные заглушки. Но за счет того, что, допустим, вот цвет красный, да, и всегда черный и красный, вот они классно между собой сочетаются, и как-то вот даже может быть подчеркнуто это вот именно черным. Вот, допустим, хром бы вот тут, я так считаю, что хуже бы смотрелся. Вот, допустим, вставили вот эту черную, да, накладку, а вставили вот эту вот диодную, вот эту вот сюда полосочку, и было намного круче. Ну, что есть, то есть. Тут просто глянцевая вставка. Там, как видите, у нас она идет хром тоже. Ну что, идем дальше. Зеркала почему-то черные. И видите, здесь пластик такой обычный. И также здесь черные ручки, глянцевые стоечки. Здесь, в общем-то, ниша это не глубокая. Здесь хорошо все это за машину ухаживать, чистить снег, листья все эти убирать и так далее. Отлично. Тоже декоративная вставка. Посмотрите, какая здесь. И смотрите, какая здесь. Дверь у нас порог не закрывает, к сожалению. Как-то вот по-простецки все так работает. Конти премиум контакт. Фетр в арках. Здесь сзади дисковые тормоза, штампы и колпаки. Континенталь. 215-60R16. Грузовичков, как видите, нет ни спереди, ни сзади. Сузуки. Еще такая-то у нас старая антенна. Ну и, в общем-то, такой здесь фонарь сзади, смотрите. На, блин, такой фонарь. Смотрит, что снизу. Ну и что, смотрим багажник. Подсветка номера, кнопка открытия багажника. Вот так открывается. При моем росте 172 сантиметра, еще вот столько над головой. Ручка присутствует, ну и пластик только на пол крышки. Дальше пошел просто тупо голый металл. Вот так вот. Полочка твердая, можно снять. Это же как доп идет. Здесь ниша глубокая, тут еще вот такая вот ручка, это хоп, можно ее сдвинуть и вот эту вот перегородку снять, чтобы здесь было больше места. Крючок имеется, такелажные крючки для сеток. Подсветки здесь нет и розетки нет. Давайте посмотрим здесь. Вот более богатая комплектация. Тут уже, допустим, смотрите, хоп, вот есть подсветка и розетка. А там, как видите, просто идет заглушка. Ну и тут что, тоже, видите, экономит на всю. Чуть-чуть так вроде пыльцой красной покрыли, и все.
такой, ух, с ума здоровый и тяжелый. Что ж тут такое набили? Огнетушитель, что ли, такой тяжелый? Ладно, не будем скрывать. Россия, Беларусь, Казахстан. Suzuki All Systems Way of Life. Охренеть. Комплект из 8 предметов. А списка нету, да? Ну ладно. Закрываем. Слушаем. Ну тут чуть по-другому рамка приделана. Нормально все. Видите, да, вот огромные фонари. Просто огромные. Ну вот, смотрите, как смотрится красный фонарь на красной машине. И вот как на такой. Тут как-то они больше подчеркнуты, да, видно. Хотя могу, конечно, и ошибаться. Ну, честно говоря, смотрится она, конечно, красиво, но как-то вот несколько стрёмно в таком свете покупать машину, конечно. Хотя, ну, если Феррари, да, покупает в красном, то ж Феррари. А тут пока просто Витара. Кстати, собранная в Венгрии, их в Венгрии собирается, соответственно, опять же, вся какая-то долбанная растаможка, бла-бла-бла. И такие вот простецкие машины тоже, блин, приходят по такой цене. Бум! 1 609 000. Ну и что? Вот сейчас опять же, да, мы с вами посмотрим цену. 1 609 000. Передний привод и 117 лошадок, да? А китайцы, вот сейчас вот за стенкой у нас ХВЛ, и в июне уже появится у них этот G-Line, этот новый кроссовер. Так там, елки-палки, 7-ступенчатый этот робот, да, 143 лошади. Там, во-первых, мультимедиа будет другая, там все, и он стоит будет меньше. А с полным приводом у него будет, кажется, на... Представляете, да, где эта машина, где та, и что делать. Вот поэтому как бы и начинаются все эти... Да зачем, да то, да все. Тут, видите, вот раз шов, второй шов, и вот третий шов, еще и вот четвертый. Ну, как бы при ударе все это сминается быстрее, чем если дверь будет цельно штампованная. Понятно, что здесь вот так, но зато это можно обыграть, как, кстати, вот это, да? Пакет Black Style. Уплотнитель имеется. Здесь такой мягкий островок. Он из ткани. Ручка наша как ниша. Два ряда стеклоподъемника. Водитель авто. Блокировка двери. Стекол. И регулировка зеркал. Большой подбутыльник. Динамик. Витара. Зато здесь вот это вот наклеено. Угол клона спинки и лифт сиденья. Вот это вот максимально мы сдвинули назад. Тканевые коврики Витара. И вот такой педальный узел. Давайте откроем капот. Пойдем посмотрим. Так, это забудем. Такой вот капот. Шумка присутствует. Здесь еще имеется уплотнитель. Меньше грязи будет лететь. Ну и что, вот он движочек. 117 лошадок. И до сих пор японцы вообще не парятся. Такой вот и такой ставят. И до сюдос. Атмосферник. Тут, смотрите, сколько места может движок более мощным отнуть. Это сдвинуть. Видите, сюда тоже маленький. То есть площадка большая. Здесь поставить можно более мощный. Ну и вот тоже такой вот. С завода некий такой колхоз идет. Ну а что делать? Вот, вот так все. Палка. Ну вот все, как-то так. Все аккуратно. По идее ничего не болтается. Красиво сделано. И крышечка. Недавно смотрел этот ТикТок. Там, ну, допустим, где здесь показать. Допустим, вот здесь вот эти торчит штучка, да? То есть, и там еще, ну, это показывали на Жигулях, и тут что-то типа крышки такой.
тоже торчит. И, короче, раз, здесь такая зацеплена за эти два выступа маска, ну, которую сейчас носят, мол, нафига нужна. А вот, типа, достаем щуп, эту маску зажимаю, вытер щуп, такой, типа, лайфхак. Ну, прикольно. Вообще, что-то залип на этом ТикТоке, блин, двое суток просидел. Ну что, в общем-то, все. Тут видите, как аккуратно все сделано. Защита двигателя. Где она? Совсем низко. Ну, давайте слушать. Нормально. Нормально. Ну что, давайте теперь смотреть, что здесь. Присаживаемся. Оба. Шторка-зеркало. Шторка-зеркало, да. Микролифт. Тут у нас нет ничего. Нет, тут тоже мягкий верх, отлично. Здесь такие вот крутилки воздуховоды. Раз, два, три заглушки. Включение ESP, угол наклона фар. И тут еще нифига, тут ниша, смотрите, сколько рука зашла. Круто. Правда, она там ничем не отделана. Bluetooth, работа с телефоном, отключение громкости, громкость, папки треки. И, собственно, и все. Тут нет, у нас нет ничего. Руль не в коже. Проверяем. Вылет есть. Все отлично. И тут еще зато вот у нас есть подрулевые лепестки. Нафига они тут нужны? Такая простецкая приборка. Ну и, собственно, вот видите, здесь заглушка. А там уже стоят часы в более дорогой комплектации. Простенький экранчик. FMM. Медиа, громкость, включение, CD-диск можно поставить, нифига, блин, круто, Bluetooth имеется, ну, уже понятно, отключение громкости. Тихо работает, подушка пассажира, ну и, собственно, вот опять же, да, такие вот крутилки, как в недорогих рапидах, полоседанах и так далее. Кондиционеры, циркуляция, под ряд сидений, глубокая ниша. Розетка такая, розетка USB-шная. Ну, собственно, вот он, автомат. Подстаканник, подстаканник. И тут нет ничего, в смысле подлокотника. Хорошие боковые упоры, да, тут тоже все четко. Ремни по высоте регулируются. Здесь имеется плафончик. И тут, опа, такой вот дымс. Там, по-моему, уже идет микролифт. Более дорогой. Ну, и что еще здесь? Такой совсем простецкий цвет. Свет. И вот ГЛОНАСИК. Ну что сказать. Все бы ничего. Но цена, конечно, да. Вот такую машину купить, допустим. Где-то там на рыбалку гонять. Ну, условно говоря, там. Вот, в деревне там. Ну, блин, она же стоит. Пипец, как 1 609 000 вот это стоит. Да, уже сдобный. Ну, куда нафиг? Так, тогда надо это, вот, вот так, вот так, сиди, ну, тут проверим сейчас, нормальная высота, это подоконная линия, да, хорошо, вот это чуть вот низковато, уже как-то вот нагибайся, чтобы локтем опереться, ну, в общем, что, вроде до всего достаешь. Идемте назад, посмотрим, что там. Так, а, так у меня что сиденье это было сдвинуто максимально. А, нет, я уже под себя подстроил. Да, пардон, пардон. Смотрим. Ну, по-простецки, да, так все кажется сделано. Тут тоже все у нас, видите, все твердое. Тут как-то вот это вот тоже, не пойми, к чему вот это вот, зачем. Непривычно взгляду все это дело. Детский замок, понятно, мы уже не говорим про него. Ручка наша ниже, тут вот совсем даже меньше, чем в X-Ray. Вот как, что тут можно, как руку положить. Подбутыльник имеется. И у нас, смотрите, вот 1 609 000 машина и ручные регулировки, да. Ну, сейчас мы про это и поговорим. Динамик. И давайте присядем. Опа. Практически сел почти сам за собой, я чуть-чуть просто сдвинул уже.
крючок имеется, там тоже крючок. И у нас вот такой свет. Карман только один, тут нет кармана. Напомню, что это у нас база. Тут, смотрите, у нас все четко. Но правда, вот тут опять же коврики прямо вот просятся. Такие резины тут, видите. Места маловато. Ну, в смысле, вот поставил ногу, да, и уже вот он. Получается, это опора для сидения. Тут хочешь, не хочешь, зимой все будет в снегу, в грязи, осенью и так далее. То есть тут надо какие-то коврики с высокими бортиками. Если машиной будет часто пользоваться много человек. Понимаете, да, о чем я? Несколько вот это вот не по-домашнему, скажем. Ну тут что это такое? Какие-то посмотрушки. Ладно, тут положим. Вот, туннельчик имеется, в принципе, сантиметров, наверное, да, сантиметров, наверное, 9, ну, как-то так, вот, ну, подголовник вот так я поднял, чтобы покажу, сидеть, в общем-то, вроде удобно, но как-то вот места маловато, да, как-то вот не очень, чтобы очень угол. Наклон на сиденье, ну, в принципе, пойдет. Три подголовника. И какие-то одни маленькие все. Так вот, такое все, оно, ну, такое, как сказать, ну, не детское, миниатюрно, что ли. Вот, вроде как кроссоверчик такой. А какой-то вот оно вообще, как в этом, в седанчике сидишь. Я все, ну, всегда говорю, что кроссовер, в принципе, да, вот он, почему, допустим, людям заходит? Потому что там другая организация салона. То есть там заточено все, там больше места, все такое, под удобство. Седан, ну и седан, он такой маленький. А кроссовер седан больше. А тут просто такой вот сделали, типа, не пойми чего, и все. Теперь про все вот эти вот опции, да, все такое. Вот часто читаю, что, мол, да нахрен все эти, типа, ну, штуки, дрюки, мне это не нужно, все это там, подогрев сидений, бла-бла-бла, все такое и так далее. Фух, слушайте, ну, честно говоря, все же, ну, развивается, да, все это идет вперед большими шагами, и технологии всякие, техника и так далее, да, то есть, допустим, те же телефоны, все развивается, развивается, и, допустим, все больше и больше у телефонов этих возможностей и так далее, правильно? Соответственно, вы же не будете ходить там, с телефоном, допустим, ну, которого выпускали 10 лет назад и который сейчас. Естественно, вы хотите, чтобы у вас было как бы все вот такое крутое. Конечно, машина это далеко не телефон, соответственно, она стоит денег. Тем не менее, допустим, вот все вот эти вещи, опять же, почему? Повторюсь, допустим, вы любезно согласились человека подвезти, он, допустим, сел сзади, да? Вот, жарко ему, он или там закурить, спросил, можно, говорите, можно. Он закурил, открыл ему всем окошко, потом говорит, все, спасибо, я уже приехал, вышел и ушел. Вы поехали дальше, ветер свистит, что за фигня, вы поворачиваетесь, а вот здесь открыто, допустим, да, вот, что делать? Был бы у вас на все это стеклоподъемники, то есть контроль над ними, вы бы кнопочку раз нажали, и тут бы закрылось. А так что приходится? Надо останавливаться, да, идти сюда, и вот этим веслом, вот, закрывать за гарифаном дверь. Вернее, это стекло поднимать. Ну, это мелочь, да, казалось бы, вот. Но тем не менее, вот. Дальше. Подогревы сидений. Вещь удобная, удобно. Подлокотник нужен? Я считаю, что да. Во-первых, это более эстетично. Во-вторых, у многих машин здесь нет подлокотников, ну, в боках сидушек. И единственное, на что можно локтем опереться, это если здесь будет подлокотник. Но это просто тупо удобно. Вот банально, да, и все. Почему от этого нужно отказываться? Ну и так далее, и так далее. Допустим, если здесь был вот такой рычаг, да, а где-то, допустим, в более дорогой комплектации электронный ручник, тоже это удобно, но тем не менее, вот тут можно как-то еще сэкономить. Дальше, смотрите, у нас, да, какие вот эти вот, ну, крутилки. Опять же, старорежимные или старообрядческие, как я говорю. Они вот такие, да, но опять же, многие, фу, фигня, что это такое? С другой стороны, сейчас пошли эти сенсорные, опять фигня, почему? Во-первых, все это дорого, во-вторых, опять же, допустим, перчатки еще не все всегда, ну, работает. Да и здесь уже машинально, допустим, раз этот щелчок, тык-тык-тык, и все, допустим, вы понимаете, уже сколько печка будет дуть.
А сенсором, когда, если интервьюировка, да, то есть вам нужно отвлекаться от дороги, опять же, что тык-тык-тык делать где, или пальцы вести, где, то есть вы что не видите, как, допустим, ну где будет циферка эта, когда вы пальцем идете. А тут даже просто первый щелчок, первое положение, второй щелчок, второе положение, третий, ага. То есть вы помните уже третий щелчок, и четко все будет работать, все. Тын-тын-тын, а там надо, опять же, отвлекаться от дороги и так далее. То есть куча-куча всего. С другой стороны, опять же, здесь все по-простецки, маленькие экранчики, все. Но все же хотят, чтобы было что? Большой экран, да, чтобы был Яндекс.Навигатор, туда-сюда. То есть раз, чтобы не с телефона там замудряться, а чтобы хоп, сел, ага, маршрут проложил, едешь, на тебя показывает. Удобно? Конечно, удобно. Вот и все. Соответственно, за эти удобства нужно платить. Ну, так не бывает, чтобы вот все это дело развивалось, да, а цены оставались прежними, а машина была все более и более электроникой напичкана. Так не бывает. Больше электроники, дороже цена. Собственно, вот и все. Ну, что делать? Так вот мир устроен. Ну что, посмотрим с вами Suzuki Vitara в таком красном цвете. И это у нас, повторюсь, база. За 1 609 000 купили бы вот такую машину? Пишите, комментируйте. Всем пока, счастливо.